Нескрываемым вожделением ждали мы этого дня, потому как знали, рано или поздно это случится. Произойдет установка всего того, что мы видели ранее в машины, спортивные по духу и по сути. Штатный истиайный интеркулер, долой. Фирменный тюнинг, blow-off, фронтальный интеркулер. А это что за игрушка? Это дистанционное управление мозгами, буст-контроллером и, как опция, электронный надзор и отсечка не по оборотам, а по диагностике критического состояния двигателя. Дополнительные приборы DeFi и перебранный двигатель, и никакой препарации салона. В процессе работы и фокус ST, и стоковый Эвик. Заслуженного пенсионера магнитогорского рейсинга помните? Ну, с кого все начиналось. Сейчас он в процессе восстановления и установления девайсов, типа тахометр с отсечкой. А это предмет особой гордости, геморных проблем с установкой и прокладкой силовых кабелей, но сделано. И это не конец. Ремонт можно только начать. Решив для себя окончательно остаться в нашем проблемном городе, я для себя определился служить вам всеми телевизионными силами, что в моих руках. И автостоп, и другие программы будут создаваться во благо развития того, на чем держится экономика моей ненаглядной Америки. И пока вы чешете репу, логично задавая себе вопрос, ну если Лехе не слабо заниматься тюнингом, то как же мы? Скажу, у нас есть реальная возможность сделать нашу жизнь веселой и яркой. Краски и кисти у нас есть. Дело за желанием.